Здравствуйте, дорогие подписчики моего канала. Вот мои результаты прививки огурца и тыквы. То есть я оставил оба растения. Где оно привито, я поставил пленку, обмотал. Об этом я во всем расскажу. То есть зачем я прививал? То есть я собираюсь высадить огурец в открытую почву. Если у вас есть теплица, то все гораздо легко и просто. А я же хочу выращивать в открытом грунте. Поэтому выполнил прививку. И потом я хочу посмотреть, какое будет влияние двух растений друг на друга. И какой будет вкус результирующего огурца или тыквы, как они вкус повлияет друг на друга. Поэтому я оставил оба растения. Давайте вам я все расскажу по порядку, что было. Здравствуйте, дорогие подписчики моего канала. Сегодня я поговорю о моем прогрессе прививки огурца и тыквы. То есть, как вы, наверное, помните, я пытаюсь привить с самого раннего возраста, чтобы они оказывали максимально возможное влияние друг на друга. То есть у меня не стоит варианта обычная прививка, то есть мне это не интересно. Мне интересно, чтобы они оказывали друг на друга влияние, вырастить и попробовать, как он будет на вкус, на цвет. То есть у меня получился вот один результат такой, что вот была прививка, то есть вот этот огурец, но он умер. То есть вот он, мертвый огурец, и осталась только тыква. То есть это у меня будет контрольное растение, то есть как бы победителей не судят. То есть, ну, победил, выжил, молодец, посажу как есть. И у меня вот такой вариант. Здесь все получилось. Я не знаю, у меня, наверное, не получится сделать такой зум. Просто можете мне поверить, что они привиты, и они срослись друг с другом. То есть, если посмотреть близко, то произошло срастание. То есть, что я сделаю? То есть, я им дам еще чуть-чуть порасти, а потом тыкву срежу. Или, да, наверное, тыкву срежу. И оставлю только огурец. И в таком случае у меня будет огурец с корнями тыквы, и они друг на друга повлияют максимально возможно. То есть, вот такой вот эксперимент. Вот такой результат. То есть я пытался привить тыкву и огурец, и они срослись. Когда они срослись, я сделал решение обрезать тыкву. Что я сделал? Что у меня получилось, что оба растения погибли. Давайте я вот выдерну и покажу, что они срослись. Вот. Видите, что? Как вам бы показать? Давайте вот так вот. Видите, где они срослись? То есть они срослись и оба погибли. Вот такая история. Какой можно из этого сделать вывод? Подождите, пока вот когда вот привьете, подождите, пока вот огурец подрастет, перед тем как срезать, потому что может получиться такая вот ситуация, как у меня, когда оба растения капут. Вот такие вот вещи. Давайте еще посмотрим, что у меня тут есть. Вот у меня вот срезанная часть тыква. Я пытаюсь теперь воду опустить, чтобы она опустила корни, что я не зазря убил растение. И что мне вот интересное получилось, что когда срезаешь огурец, он на срезе пахнет огурцом. И также вот тыкву он вот срезаешь, вот здесь вот. Жалко, я не могу вам передать запах,
Запах. Но получилось очень забавно, что когда я срезал, у меня получился запах, смешанный огурца и тыквы. То есть непонятно, чем пахнет. А вот еще один у меня результат. То есть они тоже срослись. Вот корень. Корень только один. И вот два растения. Такая вот прищепка. То есть я подожду, пока корни еще чуть-чуть подрастут и посажу в землю. Вот у меня такое вот растение. Я попытаюсь не делать предыдущие ошибки и высажу, срежу только тогда, когда огурец будет достаточно большой. То есть я не буду торопиться с тем, чтобы срезать тыкву.